Представляем велосипед Cube Cross Hybrid SL 500 Allroad 2019 модельного года. На байк установлена рама Aluminum Superlite, а также надежная вилка RockShox Paragon Gold Air. Качественная трансмиссия Shimano EcoCRDM 8000G Shadow Plus 11 скоростей позволит легко преодолевать любые рельефы местности. На байке стоят тормоза типа гидравлико-дисковые. Велосипед Cube Cross Hybrid SL 500 Allroad 2019 года – хороший вариант для катания как и по проселочным дорогам, так и городским улицам. Эта модель укомплектована колесами с диаметром 28 дюймов с хорошими покрышками Schwalbe Land Cruiser – удачный вариант в соотношении цена-качество. Катайтесь в удовольствие!